Миссия «Студент. Кто хочет учиться в Украине?» Под таким названием 3 ноября на телеканале «Ель-Арна» стартует интеллектуальное телешоу с участием казахстанских старшеклассников. Победитель проекта получит грант на обучение в одном из вузов Украины. Сейчас участники вернулись домой и находятся в ожидании, кто же из них станет обладателем этого гранта. Идея популяризации образования в Украине принадлежит Министерству образования и науки этой страны. Был разработан уникальный проект яркого, увлекательного, интеллектуального телешоу «Миссия студент. Кто хочет учиться в Украине?». Это своеобразное состязание выпускников эрудиции. Победитель получает грант на обучение в одном из украинских вузов. Казахстан второй раз участвует в этом проекте. В этом году в нем соревнуются 40 выпускников школ из разных городов. Кастинг у себя дома они прошли еще в сентябре, а запись самого телешоу проходила в Киеве. Не было конкретных вопросов на определенную тематику. Были вопросы из физики, информатики, технологии, искусства, биологии. Нельзя было подготовиться, потому что были совсем неожиданно. Они были на общую эрудицию, что мне понравилось. Это не просто школьная программа. На пути к победе надо было преодолеть 5 туров. По словам организаторов, «Миссия студент» — это больше, чем яркое телешоу. Это настоящая жизнь, которая разворачивается не только на съемочной площадке, но и вне ее. Это и хорошая возможность задуматься о будущем не только участникам программы, но и зрителям. Кроме того, проект призван содействовать сотрудничеству Казахстана и Украины в культурном и образовательном направлениях. Хотя победит один человек. Но и мы ничего не потеряли, говорят участники проекта. Мы стали одной командой. С этими ребятами действительно можно поговорить на любые темы, начиная от моды, заканчивая физикой, религией. Действительно, как сказал один наш хороший друг, который был с нами, наши разговоры — это теперь не просто разговоры, это уже дискуссия. Что же касается украинских коллег, то могу отметить, что ведь этот проект проходит не только в Казахстане, но и в ряде других стран. И по их заверениям, наши дети самые умные. И это очень приятно слышать. Напомню, что посмотреть телешоу можно будет на телеканале «Ель-Арна» с 3 ноября и «Блим» с 8 ноября. У телезрителей есть возможность поболеть за полюбившихся участников, проследить за их интеллектуальной игрой, увидеть финальную встречу, которая и определит обладателя гранта на обучение в Украине. Гульнара Умарбекова, Николай Кишенин, Алматы.